Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор. Обзор модели танка Т-34-76 с советским танковым десантом. Номер модели 35-368. Начну обзор с коробки. Первое, что мы видим, это у нас красочный боксарт. Хороший, красивый. Далее мы открываем нашу коробку. Это у нас коробка из плотного картона. Это очень хорошо. Далее мы смотрим. По сути, компания АСЕН объединила два набора. Это у нас получается был у данной компании АСЕН модель танка Т-34-76 и был также танковый десант. Вот. Кстати, танковый экипаж, если что, кому-то нужен, он тоже есть в компании ICM. Так, это у нас получается. Да, это у нас. Сейчас я вам точно скажу. Да, танк у нас получается. У нас идет под номером ICM 35-366. А десант у нас тут не указан, я забыл какой номер, но он тоже идет как отдельный. Но путем объединения это очень интересное решение, что не надо покупать две модели, то есть купил одну сразу, и танк, и десант. Очень интересное решение, молодцы. Так, далее, давайте сначала с декалей и инструкцией. Декаль выполнена на новой бумаге компании ICM. Декали переводятся хорошо. Переводил, собирал, знаю, проверено. Вот такие у нас декали. Далее у нас давайте сначала с инструкцией танка. Это у нас получается журнал формата А4. Первое, что мы здесь видим, это у нас обзор танка, технические характеристики. Вот такие цвета предлагает компания АСЕН при окраске данной модели. Я вам покажу, вы можете их потом при покупке модели сразу подобрать. Вот. Ну и начнем обзор с инструкции. Первое, что мы видим, это у нас обзор литников. Красным обозначены неиспользуемые детали на данной модели. Потом здесь еще на данной модели предполагается частично внутренние части. По-моему, башни тоже, но мы пойдем дальше, там увидим. Да, внутренние части башни тоже частично будут детализированы. То есть здесь внутри у нас идет пулемет. Потом далее тут еще, по-моему, это потом дальше будет видно, там два сиденья. То есть там можно сделать, допустим, люк мехвода приоткрытый, как бы, и будет видно сиденье, допустим. Это очень тоже интересно. Далее у нас идет сборка. Также еще сборка. Да, вот установка двух кресел, это мехвод у нас и пулеметчик. Поэтому можно интересно сделать, что, допустим, чуть-чуть приоткрыто, и там будет видно кресло. Туда также можно либо посадить его, либо просто оставить открытым. Далее нам предлагается уже натянуть гусеницы. Вот и кому как удобно. Далее у нас сборка башни. Башня у нас получается, как я сказал, та же. С небольшой детализацией им есть. Далее следующая установка башни на модель. Ствол у нас выполнен из двух половинок. Но я собирал эту модель. При стыковке там проблем никаких не возникло. То есть состыковал, склеил чуть-чуть, счистил шов для красоты, и все отлично. Вот. Также здесь, смотрите, у нас какая-то скатка есть. То есть, ну, на модели много что лежит.
интересненького. Так, вот. Далее нам предоставлены варианты. У нас аж 6 получается вариантов. Ну, давайте я посмотрю все варианты декалей. Первый — Белоруссия 44-й год. Так, второй вариант — Белоруссия 44-й год. Вот такой вот получается. Далее у нас май 44-й год. Мститель. Дальше лето 44-й год. Житомирский колхозник. Пятый вариант — это румынский. Август 44-го года, Румыния. И у нас так, Украина, лето 44-го года. Вот наши 6 вариантов. Далее обзор. Вот. Это у нас танковый десант. Так, я сейчас вам покажу. Тут показана палитра. Это Рэва и Тамия. То есть, кто захочет приобрести данную модель, можете сразу приобрести к ней краски. Так, вот. Хорошо видно. Вот первое, что это у нас глянцевый лист, полноцветный. И на этой стороне у нас обзор литника с деталями. И на следующей стороне у нас, на оборотной, это наши солдаты с подписываемыми деталями и используемыми цветами для окраски. Вот, поэтому, думаю, при сборке проблем не будет. Далее у нас идет обзор литников. Давайте начнем с солдат. Данный обзор я всегда только не делал. Так, ну что скажем. Тут у нас... Так, скажу так. Первое, что, на что хочу обратить внимание, это у нас головные уборы. Головные уборы у нас выполнены отдельно от головы. Потом далее сами головы и лица сделаны хорошо, пролиты на отлично. Детали туловища, ног, тоже могу сказать, что сделано все на отлично. Стыка пресс-форм на данной модели нету. То есть данная модель вообще не доставит проблем. Облоя также нету. На мелких деталях, таких как, допустим, вот наш ППШ, то есть даже курочек пролит хорошо, это сделано вообще отлично. Так, вещмешки также у нас хорошо. Детализация модели хорошая, в плане, ну, все сделано отлично. Так, потом детали рук у нас, кстати, они там как-то тут. По-моему, они в рукавицах, да. Это как получается тут, как рукавицы у них. Да. То есть, как таких рук, как таковых, нету. То есть, пальцев там, они не пролиты. То есть, солдаты выполнены, что у них на руках одеты рукавицы. Ну вот, на этом, наверное, закончу обзор данного литника. И приступим к обзору непосредственно танка. Здесь у нас верх корпуса, низ, детали башни. Очень интересное решение так вот сделать литник. Сейчас мы его аккуратненько достанем. Ручки. Аккуратненько, аккуратненько. Вот так мы его достанем. Тут у нас наши гусеницы виниловые. Но сделано очень хорошо и качественно. Ну что, приступим к обзору. Ну, раз у меня здесь остались катки, начнем с обзора катков. Сразу хочу обратить внимание, что у нас два литника с катками, поэтому я сделаю обзор одного, потому что они абсолютно одинаковые. Так. Катки сделаны, пролиты хорошо, бандажи пролиты отлично. Тут у нас как бы в бандажах есть
отверстия, они сделаны тоже хорошо, ничто не залито. На оборотной стороне у нас находятся толкатели. Когда два колеса, два катка будут, две части, две половинки катка склеиваются, следов толкателей будет не видно. Так, ну вот, с катками, наверное, все. Сразу скажу, в матчасть я не углубляюсь, потому что там матчасть я как бы больше собираю, как из коробки. В матчасти не углубляюсь. Так, тут у нас получается детали ходовой части сделаны. Тут пулеметы у нас и части корпуса. На деталях корпуса, вот, допустим, у нас маска пулемета, сделана фактура литья, что он литьевой. Толкатель у нас находится внутри. Следов обоя, недоливов или каких-либо дефектов на данной модели нет. Далее, следующий обзор, это также у нас детали корпуса. Так, маска орудия также сделана. Изображена как бы рифление такое-то, как литьевая структура. Вот, потом, что тут еще можно сказать? Поручни. Поручни прилиты хорошо, без каких-либо дефектов. Толкатель у нас находится внутри модели. Дальше, следующий литник. Это будет у нас литник с башней, с деталями башни. Ну, не только, тут еще другие детали. Пролита башня тоже, фактура литья сделана хорошо. Толкатель находится внутри, обои или каких-либо дефектов на данной модели нет. Это у нас ванна, так называемая, низ корпуса. Тут все хорошо, она не закручена, ничего. Поэтому проблем не доставит, как у некоторых производителей бывает. Тут также все хорошо. Обоя, недоливов или каких-либо дефектов нет. Тут сымитирован, я так понимаю, это сварной шов, но сделан хорошо. Так, тут у нас толкатель находится внутри. Вот и закончу обзор данной модели. Я гусеницы делаю. Вот. Многие кричат, винил это зло, это все вранье. Винил сделан очень хорошо, особенно при покупке модели новичку. Многие это, может, не понимают, но винил намного упрощает сборку модели. Данный винил, он пролит хорошо и качественно, то есть если его хорошо загрунтовать, как бы покрасить, то его он будет сделан хорошо, ну реально хорошо, то есть как, да, сделано все, молодцы, классно сделано, мне понравилось. И также здесь у нас есть трос, детали троса. Ну, трос, наверное, можно поставить опытному, конечно, сделать самому, скрутить, можно купить готовый. Ну, в принципе, можно оставить и такой. Вот. Хотел бы цепочку взять данной модели. Модель у компании 7 отличная. Каких-либо дефектов на данной модели обнаружено не было. Также хочу сказать, что данную модель я собирал. Но собирал я только 34-ку без десанта. При сборке проблем не было никаких. Поэтому советую, покупайте. Модель отличная. Всем спасибо. Пока.